Аллея трудовой славы в Самаре наполнена монументами в честь предприятий, работа которых в тыловом Куйбышеве приближала победу в Великой Отечественной войне. В этом году к ним добавится еще один, объединяющий их трудовой подвиг. На проспекте юных пионеров возле парка металлургов появится стела «Город трудовой доблести» в честь звания, которое было присвоено Самаре президентом России Владимиром Путиным. Стела возвысится над землей на 26 метров. Монумент будет выполнен из нержавеющей стали и бронзы. Хотелось запечатлеть и привнести в эту стелу отпечаток того времени и как можно более документально это отобразить. А это не каждый материал и не каждая технология позволяет сделать. Поэтому выбрана та, которая передает как раз документальность и дух того времени. Саму стелу будут дополнять пилоны с изображениями, на которых будет отображен трудовой подвиг куйбышевцев, работников тыла. С проектом на месте ознакомились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, и депутаты Государственной и Губернской дум. Первые лица города и региона также приняли участие в торжественной церемонии закладки первого камня стелы. Мы с первого дня знали, что наш город достоин этого высокого звания. Но для того, чтобы это произошло, конечно, нам нужно было проявить свою решимость, свой настрой, объединиться и заявить о своей памяти, о своем уважении к подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Я верю в то, что вот с этого места молодые самарцы будут открывать истории, героические истории нашего любимого города и совершать в дальнейшем трудовые подвиги. Всех поздравляю с Первомаем и желаю всем здоровья и счастья. За установку стелы именно на аллее трудовой славы проголосовали горожане. В ближайшие дни начнутся работы по возведению монумента, а также по благоустройству прилегающей территории. Планируется, что уже в сентябре состоится торжественное открытие стелы. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.